«Вах!» — сказала королева, увидев ценники в дилерских центрах. Но гораздо раньше «Вах!» — сказали магнитогорцы и стали покупать машины БУ, ставить на них газ. И по сути, когда у вас кризис, улицы без машин, а у нас «Вах!» — пробки за пробками. А вот теперь надо понять, что у нас много мест, где машины продаются. Но вот одно из таких. Мы приехали сюда, на советскую армию 2/2, для того, чтобы вам показать абсолютно новое место. Точнее, оно не новое место, но к телевизору они обратились первый раз. Что это такое? Я сюда приезжал, и мы об этом говорили. Но теперь пришло то самое время, когда мы вам готовы предложить самые дешевые автомобили. Причем это в действительности самые дешевые автомобили. То есть люди сюда приезжают, вы машину здесь можете поставить на выкуп, и ее тоже купят. То есть реально хорошие машины. Мало того, отсюда эти машины и забираются. Есть другие там, типа центры. Так вот, они здесь берут машину, накручивают ее и вам еще впаривают, понимаете? Здесь все гораздо проще, и цена-то реальней. Вот, кроме всего прочего, здесь не только продают эти замечательные машины, здесь эти машины и делают. Если честно, я вам сейчас объясню. Я езжу на автомобилях, да? У меня очень много машин, и рано или поздно, но не более там 3 лет, влетает какая-то авария, понимаете? Поэтому, когда вы мне будете рассказывать про то, что ваш автомобиль не бит, я вам честно могу, как бы так сказать, ну, вашу вот лапшу, которую вы мне вешаете вот сюда, просто снять. Нет, ребята, если машина ездила, она, естественно, битая. Ну, такое бывает. Потому что или там собака на нее наступила, или там... Ну, бывает. Поэтому тут не надо мне ничего рассказывать. И также вы приходите на любой базар и 100% возьмете битую машину. Сказки про ушам, которые вам протирают, нет. Вот. В итоге вы эту машину можете здесь и сделать. Вот за моей спиной кузовные работы. Причем любые кузовные работы. А еще есть такая штука. Ну, помню, со временем-то было. Машина ездила, а потом оказывается, что кузов надо было менять. Потому что у нас не все машины рамные. А рамных машин не так уж и много. Но, естественно, выбор запчастей. То есть надо понимать, что здесь все в одном месте. Вы и покупаете машину, вы ее обслуживаете, вы ставите здесь запчасти. И почему бы сюда и не приехать? А? Почему здесь машин мало? Да потому что все, кто перепродает машины, здесь и обитают. Здесь машины по самой недорогой цене. Кстати, для тех, кто не хочет, теряя бешеное количество денег, продавать их и не в магнитке, может приехать сюда. И ваша машина, выручив вас деньгами, очень быстро найдет нового покупателя. Все автомобили, находящиеся на нашей стоянке, продаются по заниженным ценам. То есть это принцип нашей работы. То есть каждый автомобиль, в принципе, любой марки, стоит в среднем на 20-30 тысяч дешевле, чем в среднем по рынку. То есть людям надо объяснить: эй, пацаны, вы что делаете? Если вы хотите продать автомобиль, то проще делать. Или ты попытаешься там продать свой автомобиль там, но не факт, что ты это быстро сделаешь, понимаешь? Реальные автомобили продаются только у вас. Ну да, мы позволяем людям быстро решить проблемы с деньгами. Всегда рассчитываемся наличными в день обращения. И также тщательно проверяем все автомобили. То есть мы, конечно же, не скупаем все подряд. Берем на реализацию только автомобили, которые прошли полную проверку и техническую на предмет восстановительного ремонта. И, конечно же, юридическую, потому что в наше время это очень важно. Вот поэтому все наши покупатели могут быть спокойны, что автомобили проверены от и до профессионалами. И вопрос называется трейд-ин, да? Потому что я не хочу ездить на машинах, да, на новых. Ну, это мое, честно говоря, мнение. Вот, кто-то, может быть, то же самое. Покатался, не захотел, да? Кто-то хочет машину старую на новую поменять. И это тоже возможно здесь? Да, конечно. Трейд-ин – это современный удобный способ человеку быстро поменять автомобиль. По разным причинам его не устраивает текущий автомобиль. Приехав к нам, мы готовы рассмотреть варианты обмена. Даже если автомобиль будет дороже, чем человек ищет, то есть мы готовы доплатить разницу. То есть с нами возможны любые варианты. И выкупить машину вы тоже можете? Да, конечно. А телефон вот там? Да, телефоны. Вот наши телефоны, пожалуйста. Теперь сервисов. Сервисов я видел много, но не у каждого такое. Стапеля и замечательная камера покраски. Конечно, сейчас машина не то, что было ранее, и о равном кузове вам придется помечтать. Но по сути, каждый агрегат, выезжающий хоть раз на бездорожье, должен вот сюда заехать. И кстати, покраска. Сегодня и здесь, и сейчас не бешеные цены. Просто приехали сюда, сделали, и начинается ваш наезд на страховую. Вы реально занимаетесь восстановлением автомобилей, да? Я прекрасно понимаю тот вопрос, что
даже новая машина, она не бывает новой, потому что часто новые машины, они тоже, ну, были побиты, понимаете, их перекрашивают везде и всюду. И говорить о том, что машина не битая, это тоже бред сивой кобылы, потому что рано или поздно это случается. Чем вы занимаетесь? И, кстати, есть ли у вас то, чем вы можете похвастаться? Я имею в виду эвакуатор. У нас есть не только эвакуатор. У нас осталось оборудование от технического центра Toyota. То есть отличная покрасочная камера, два стапеля, подъемники и в том числе эвакуатор, который доставляет автомобили, если они ремонтируются у нас, бесплатно для хозяев. Я посмотрел, да? У вас в действительности все очень шикарно. Нормальные стапеля и отличная камера. И вы реально можете покрасить любой автомобиль? Реально покрасить можем любой автомобиль с отличным качеством. А еще я просто помню то время, когда у меня была копеечка, да, и после того, как она поездила, я понимаю, что это не машина, которая ездила, и у нее был равный кузов, да. Также пришлось рано или поздно, через некоторое время, заезжать и править на стапеле. Даже не крася автомобиль. Восстанавливать геометрию кузова, так называемую. То есть со временем усталость металла дает о себе знать, ну и, соответственно, все зазоры и все остальное со временем нарушается. Копейка-то как раз очень актуальна. Я так и посмотрел, да, то есть, в принципе, что можно сделать? Самый дешевый вариант, да? Ну, это самый дешевый вариант. Купить машину, и можно немножко бэушную, и можно немножко покоцанную, да, так, чтобы можно было все это сделать. Приехать сюда, восстановить все это дело в реальности. Можно даже целиком и покрасить, цены не сильно высокие, то есть 35 тысяч, полная покраска автомобиля, это шикарно. Купить здесь же запчасти и продолжать ездить, потому что у нас сейчас очень хорошо выросли цены. Господа дилеры нам что-то внедрили, новые цены с 1 декабря. Да, цены действительно подросли с 1 декабря, но мы придерживаемся того мнения, что как бы пока еще стараемся работать и работаем по старым ценам, дабы привлечь как бы дополнительно клиентов и, соответственно, войти в положение хозяев тех железных коней, у которых не очень хорошо с финансами. И, естественно, чтобы всем стало понятно, тут же и магазин запчастей. Я посмотрелся и не увидел конских дилерских цен. Все достаточно дешево. То есть все и для двигателя, и для машины. И тут косяк. И даже на Exist цены здесь и подешевле, а есть и в наличии. У нас большой ассортимент оригинальных запчастей, и также есть неоригинальные запчасти. Для многих клиентов мы можем подобрать и бэушные запчасти, которые будут намного дешевле, чем новые. Я просто объясняю ситуацию, потому что вам по ушам втирают, ставьте оригинальные запчасти. По сути-то нет, это неправильно. Вам говорят, ставьте новые запчасти, но иногда новая запчасть — это получите $1000, то есть если поставить, ну, дверку, да? Конечно, абсолютно верно. Бэушные запчасти не уступают качеству, ну, стоят порядком дешевле, допустим, половину. Но и оригинальные запчасти тоже недороги. Ну, оригинальные запчасти, конечно, получше качества. Мы предлагаем большой ассортимент и имеем подход к любому клиенту. И по ценникам, я думаю, вас приятно удивят. То есть, ну, понятно, да, если что-то нужно, вы можете предложить и то, что вы можете сделать, и подешевле. Да, конечно. А вот теперь другой вопрос. Вот за вашей спиной, я так понимаю, что это подушки безопасности, да? Но подождите, я сейчас расскажу про подушки безопасности. Подушки безопасности у нас вылетают всегда. Чуть скорость выше 40 км, и подушка тебе прилетела прямо в лицо. А потом что делать? Потому что у нас скорости не такие же большие, 90 км в час, да, разбиться, ну, достаточно сложно, да? А что за вашей спиной? Это очень качественные муляжи подушек безопасности, потому что настоящая подушка безопасности стоит порядка 30-35 тысяч рублей. То есть можно говорить о том, что новая подушка безопасности стоит, ну, почти $1000, да, ведь пока растаможка 5-10 будет? Да, конечно, мы предлагаем подешевле эти муляжи. А сколько вот они стоят? Ну вот, допустим, вот у меня, допустим, был Nissan, да, Skyline, у него подушка безопасности выскочила. Если бы я поставил бэушную, что бы было? Ну, бэушная, ну, например, такая же по качеству будет. Но мы рекомендуем все-таки поставить лучше новый муляж. Потому что он, во-первых, стоит всего лишь 3000 рублей. А, 3000 рублей, халява? Да, да, вообще даром практически. Ну и как же без эвакуатора? Без него никак. Вот только это правильный эвакуатор.
и может путешествовать и не в городе. Замечательный дизель и замечательное место, где вы можете и поспать, потому как сон – это главное, когда ваше тельце трещит от давления после ДТП. И уж теперь поверьте, и зная о том, что сейчас делается все, цена вас не озадачит и не отвернет. Но в половине случаев платить-то будете не вы,